Вот, друзья, несчастье. Вчера прошел дождь, и я ходила в шлепанцах босиком. А сегодня, думаю, что-то у меня нога болит. Раздулась, покраснела, а там, смотрите, клещ между пальцев. Думаю, что такое, что там у меня вскочило. Ногу давай на диван закидывай. Сейчас мы будем... Доктор будет операцию лечить. Проводить. Да, операция. Вообще кошмар. Будьте аккуратней. Где есть-то? Вот не тут, следующий вон. Ух ты, ё-моё. Как там вытаскивать? А болит. Ай. Что раздулась, покраснела, видишь? Нога опухла, я даже ходить не могу. Я целый день еще, блин, консервировала, закрывала. Ну, сейчас как-нибудь будем вытаскивать. Место, конечно, самое удачное выбрал. Клещ. Вот я даже подлезть не могу туда. Ага. Вот у меня такой москитик, инструмент специальный. Специалист. Надо выкручивать его. Видите, она его одеколоном прижгла. Ты его не выбрасывай, покажем. Опа. Есть? Есть. Вот. Еще бы у меня бы и не было бы. Вот, смотрите. Его видно? Ага. Давай вот так. Видно, видно. Вот шевелит. Конечно, он же живой. Ой, у меня там больно так, раздулось между пальцев. Прижги одеколоном. Сейчас прижгу. Вот я не знаю. Будьте вообще. Будьте ходить аккуратно. Да. Брызгайтесь. Будьте аккуратно. Заправляйте. Я меня каждый год кусают клещи. Каждый год. Штаны в носки. Не обходится вообще ни одного. А тут пошла в шлепанцах. Обычно вот именно одеваю длинные штаны. Заправляю их в носки, потом прихожу из леса, все трясу, переодеваю. А здесь, получается, пошла в шлепанцах после дождя. Ну, только не в лес, я ходила по асфальту дочку с автобуса встречать. И вот он тут меня и поймал. Ну, что? Надо его раздавить. И ты знаешь, так ноет нога. Ты выключила? Нет. Ну, на камеру давить мы никого не будем. А, ну все. Будьте аккуратнее все. Будьте, да, будьте. Вот он такой, тварь.